Премьер-министр России провел сегодня совещание с главами регионов, на котором обсуждалось развитие сети многофункциональных центров. Дмитрий Медведев отметил, к концу 2015 года их число должно увеличиться минимум в 3 раза, чтобы 90% граждан имели доступ к госуслугам по принципу одного окна. Сейчас в России 843 многофункциональных центра, и воспользоваться их помощью могут лишь 30% населения. Мы должны постараться избавить наших граждан от необходимости ходить по разным инстанциям за справками различными, за документами, простаивать в очередях в Федеральную миграционную службу, в банках, когда они оплачивают различного рода штрафы и другие платежи по линии ГИБДД, в других государственных и муниципальных учреждениях. На это уходит подчас часы, иногда и сутки, особенно когда речь идет о крупных населенных пунктах. Чувашия была отмечена как регион, где создание сети МФЦ происходит наиболее активно, наряду с Москвой, Нижегородской и Калужской областями, Югрой. В рамках реализации указа президента страны у нас к концу года должно появиться 116 пунктов предоставления госуслуг по принципу одного окна. Однако уже сейчас за счет модельных библиотек в Чувашии открыто и действует 120 окон. Их услугами уже воспользовались 160 тысяч граждан. Еще 112 окон откроются до конца года. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика.